Атай Амурзаков – единственный танцор с такими уникальными данными во всей Средней Азии. Что самое удивительное, Атай – самоучка и никогда не относился к своему увлечению всерьез. Все изменилось после участия в нашем проекте. В финале за него уже болела вся Киргизия, а на международные соревнования его как настоящую звезду провожала толпа поклонников. Атай очень переживает за родную страну Киргизию. Особенно сейчас, когда страну охватил политический кризис. Танцор мечтает, чтобы к его народу пришел долгожданный мир. В создании неповторимого образа Атаю помогла мама. И свое выступление артист посвящает Киргизии и всем матерям планеты. В борьбе за международный кубок Атай исполняет уникальный номер – механический робот. Он имитирует движение с точностью до болтика. В родном Кыргызстане он получил гран-при конкурса талантов и попал в список участников чемпионата мира по современным танцам. Кстати, он первый представитель своей республики на сцене «Минуты славы». Сегодня номер Атая Амурзакова закрывает международный конкурс талантов. Атай Амурзаков, Киргизия.